Ребята, всем привет, с вами Мангуст, и сегодня мы с вами поиграем в игру под названием My Time at Sandrak. Это у нас очень хорошая, позитивная игра, она у нас является продолжением игры Portia, в которую, к сожалению, я еще не играл. Но, думаю, мы познакомимся с ней на нашем канале и сделаем тоже, может быть, небольшое прохождение. В общем, эта игра у нас... Мы попадаем с вами в некий город Сандрак, который находится в пустыне. Надо будет ему там помочь спастись от какой-то там катастрофы, судя по описанию по игре. Будем заниматься с вами строительством, крафтом, ну и всякими различными действиями. В общем, все это мы посмотрим по мере прохождения в игре, со всем познакомимся. Желаю всем приятного просмотра, ну а мы с вами начинаем новую игру. И нам представляет, да, персонаж. Мы можем играть за парня, девушку. Такая девушка у нас, парень. Тут у нас на футболке кактус нарисован, да? Ну, типа, мы же в пустыню отправляемся, значит, у нас нарисован кактус. Ладно. Так, имя. Ну, звать нас будут... Ну, давайте... Пусть зовут нас вот так вот. Так же, как и меня. Так. Да, выбираем парня. Это у нас голос мастера идет. Давайте проверять. Ну вот этот оставим. Музыка, кажется, громковата, да, у нас? Надо будет ее подубавить потом в настройках. Так, далее. Кожа, форма лица, прическа, растительность, татуировка на лице, губная помада. Нет, я думаю, мы его так и оставим, да? Как он есть. Вполне симпатичный парень такой, нормальный. Хорошо, подтверждаем, пусть будет такой у нас. И день, ну давайте, это что у нас тут получается? Первый день, весна, год один, да? Тут какие-то сражения у нас пойдут. А что-нибудь другое есть? Тут музыкальные какие-то, лето, осень и зима, да, у нас. Ну, я не знаю, давайте с весны и начнем. С первого дня весны, почему нет. Наш день рождения будет первый день весны, да. То есть 1 марта наш день рождения. Подтвердить. Вы уверены, что у вас день рождения, день один из весна? Да. Итак, мы с вами прибываем в Сандрак, да, наш город в пустыне. О, и нас кто-то уже встречает. Howdy. Привет. Hi there. You must be the new builder. Миан, мастер из города Неместная Высь. Привет, ты должен быть Андрей. Я Миан, и я тоже мастер, только вчера прибыла. Приятно познакомиться. Приятно. Я здесь, чтобы отвезти тебя в торговую гильдию. Отставной мастер и представитель торговой гильдии уже там. Не будем заставлять их ждать. Следуй за мной. Так, и куда-то она побежала, да? Добро пожаловать, Сандрак. Направляйтесь в торговую гильдию. Так, ну это у нас управление, да? Вперед-назад, там, shift ускорение, понятно. I want you to do my commission. Да, плакат такой нормальный. Это у нас типа вокзал, да? Мы можем сюда зайти? Да. Можем сюда зайти. Какие-то дырки в полу. Угу.
кресла, диваны, в общем, типа зал ожидания, да? И тут вроде больше как и ничего такого и нету. Да. Скамейка тут у нас имеется. Ладно, пошлите. Где там нас ждут? Over here. Ага, сюда. Howdy there. I'm Yan. Представитель торговой гильдии Ян. Please to make your acquaintance. Yada yada yada. Привет тебе, Андрей. Меня зовут Ян, и я президент торговой гильдии города Сандрак. Рад знакомству. Бла-бла-бла. Я буду присматривать за тобой, Имян. Но не думай, что я твой босс. Думай обо мне как о приятеле, который в то же время твой начальник. Это Мейсон. Он выходит на пенсию и уезжает отсюда, поэтому мы здесь и все такое. Но ты и так в курсе, о чем я говорю. В любом случае... Видишь ту мастерскую на другой стороне путей? Раньше она принадлежала Мейсону, а теперь она твоя. Круто, правда? Ну, смотря что за мастерская там. Только подумай, какие классные штуки ты сможешь делать там для нашей торговой гильдии. И других жителей тоже, я думаю. Что ж, у меня больше нет слов, Мейсон. Как признанный мастер Сандрака, почему бы тебе не сказать пару напутственных слов? Мейсон, да, у нас уходящий на пенсию мастер. Ну давай не будем слишком дружелюбными. Я имею в виду, я уже на полпути отсюда. Моя мастерская теперь твоя, Андрей. Ты можешь найти ее запущенной и обветшалой, плохо оборудованной, и в целом это так и есть. Но ты также можешь отметить, что у этого места чудесная атмосфера и прекрасная энергетика. А это что за капитан идет? Думаю, этого будет достаточно. Да принеси же пользу миру, трудясь на этой земле. А теперь, если позволите, я пойду в голубую луну. Пока есть возможность, буду несколько дней наслаждаться молоком Якмеля. Короче, почапал. Развалил там, наверное, всю мастерскую нам. Впрочем, он всегда был немного странным. В любом случае, вернемся к делу. Прежде чем вы начнете, я должен рассказать вам немного о том, как мы работаем здесь, в пустыне. Я знаю, что у вас уже есть лицензии мастера, но здесь все немного отличается от того, к чему вы привыкли. Начнем с того, что деревьев вокруг не так уж много, так что не размахивайте топором слишком часто. Это не приветствуется, но есть много металлолома и валяющейся древесины, которые можно разломать на части. Для этого тебе понадобится кирка. В Сандраге это не самый обычный инструмент. На одном его конце ты увидишь головку от кирки с молотком, а на другом – гаечный ключ. Мы используем ее не только для разбивания камней, она также достаточно чего-то прочная, чтобы разбить ломы старого мира, которые тебе встретятся. Это будет несложно, тебе просто нужно найти немного камня и дерева и сделать ее на своем верстаке. Почему бы вам вдвоем не изготовить ее для себя? В любом случае, она потребуется вам в первую очередь. Когда закончишь, просто найди меня в торговой гильдии. Но знаешь, не торопись. Увидимся там. Ну хорошо, я так понял, вас временем не обязывают, да? Что надо там сделать, это все очень быстро. Правда? Ее довольно легко соорудить. Мы сможем найти необходимые камни и дерево, просто перебирая кучу отходов на земле возле наших мастерских. Разбирать всякие кучи – это весело. Ну да, в кучах вообще прям радость поковыряться. Эй, пойдем к тебе в мастерскую и посмотрим, какое оборудование оставил для тебя Мейсон. Давай я отведу туда тебя. Я здесь уже неплохо освоилась, так что могу проводить. Ну, пойдем глянем, что ты там... Что нам там Мейсон наш оставил, да? Так, ну вид такой нормальный. Горы там какие-то везде заснеженные. Город, я так думаю, сильно большой, да, у нас прям здоровый. Что у нас тут имеется? Так, у нас есть карта, да? Остановка музей. Угу. Это все, что у нас тут находится, да? Храм с 7 до 11 работает. Это, я так понял, мы находимся, да? Это мой дом. Понятно.
Это ЖД-станция, тут какие-то зеленые точки, надо будет узнать, что они означают. Ну и всякое разное, да? Ладно, с этим потом познакомимся позже. Так, инвентарь. Пока что в инвентаре у нас силовые камни только, да? Источник, где достать простой переработчик, заброшенные руины, спасение Юфалы, рудный обогатитель, магазин спасения Юфалы. Силовые камни. Угу. Понятно. Тут у нас какие-то новости. Добро пожаловать в Сандрак. А, это наши задания, да? То, что нам надо сделать. Вознаграждение мы получим. Отношения. 5 отношений с Миан и 5 отношений с Яном, да? И опыт получим. Так, общение. У нас есть Миан, сердечки. Сердечки? Миан родом из небесной выси, города мастеров. Она живая, веселая, позитивная и всегда полная энергии. Будучи мастером, она ценит знания и старается узнать больше о своей профессии. В Сандрак она приехала совсем недавно, но уже успела завести тут много друзей. Да. Сердечки, я так понял, это, наверное, сможем с вами, да, строить с ней какие-то отношения. И тут действия мы сможем поговорить, видать, сделать какой-то подарок. А это не знаю. Перчатка, что там? Типа, подзатыльников надавать сможем, да? Тут какие-то фотографии и какая-то мышь. Понятно. А персонажи? Так, это что у нас такое? Вкусы. Любит, нравится, не нравится, ненавидит. Это мы еще о ней ничего не знаем, да? Социальная сеть. Мало знакомый. Понятно. Короче, отношения надо улучшать. Бонус сообщения. Так, она подруга, добавляет 20 очков энергии. Ясно. Так, что у нас? Ну, про Яна понятно. Он приятель, друг. Получит скидку 10% при покупке в магазине. Получит дополнительно 5% гольдов после выполнения поручения. А, это если мы его прокачаем, да? А ты нам сейчас кто? Получаешь, мало знакомый. Ясно. Мало знакомый. Так. Знания. Закрыто пока что. Это у нас альбом какой-то. Селфи, групповые фото, пейзажи, события. События. А, вот это то, что мы с вами прибыли сюда. Понятно. Энциклопедия. Экология, предметы, география. То, что мы с вами собираем, да? Собрано. Что мы с вами тут собрали? А еще ничего мы с вами не собрали. А нет, машины какие-то у нас есть. Это что у нас такое? Простой резервуар для воды. Одежда по умолчанию. Где достать? Короче, непонятно, да? Что это и как? Ладно, все, понятно. С этим меню немножко ознакомились. Пойдемте теперь посмотрим, что там за мастерскую нам оставил Мейсон. Так, а можно ж ускоряться, да? И прыгать вот так вот можем. Мастерская Мейсона. Ну, вывеску-то мог бы и снять. Уже по-другому она будет у нас выглядеть. Как-то не густо, но, по крайней мере, он оставил тебе верстак. Это должно хватить, чтобы сделать кирку. Знаешь, Сандрак до сих пор знаменит во всех свободных городах тем, что находится прямо на вершине метрополии Старого Мира. Говорят, что некоторые старые обломки даже выходят здесь на поверхность, когда дует ветер. Как только у нас будут кирки, мы сможем все разобрать и получить необходимые ресурсы. Еще я хотел бы сказать тебе кое-что лично. Видишь ли, я приехала в Сандрак, потому что дела в нем сейчас идут не очень хорошо. Каждый житель свободных городов знает это. Но я, не раздумывая, подписала этот контракт. Я думала, что хочу что-то изменить в этом мире. Спорю, что ты считаешь так же. Так что давай дадим друг другу обещание, как мастер мастеру. Нужно постараться вернуть Сандраку былую славу. Пока мы здесь, давай посвятим себя этому делу. Себя этому, хорошо? Ну, думаю, что да. Ух, что ж, пойду делать кирку для себя. Увидимся. Так, новый мастер, выполнение задания началось. Получили с вами, короче, опыт. А у нас опыт где-то отображается, нет? Так, опыт, персонаж.
Опыт. Где мы можем посмотреть опыт? А, вот он, опыт, да? Здесь вы можете посмотреть все ваши данные. Очки здоровья, очки энергии, выносливость, атака, защита, критический показатель, критический урон, удача. Удача вообще у нас минимальная. Короче, как всегда, да? С удачей нам не везет. Понятно. Потом... Здесь расположены слоты для вашего снаряжения. Выделите нужный слот, чтобы посмотреть, какие еще предметы доступны для использования. Чтобы экипировать предмет, выделите его. Но нам пока что тут ничего не доступно. Ясно. Также вы можете выбрать доступные инструменты на панели быстрого доступа в левой части экрана. Это понятно. И да, вот наш опыт. Нам надо, чтобы получить следующий уровень, 480 очков опыта. Да? У вас еще нет мастерской. Хорошо. Повернуть. Можем его рассмотреть, да? Ясно. Так, ладно. Ладно. Что нам надо сделать? Найти в куче отходов камень и дерево. Так, ну я хотел бы сначала ознакомиться с мастерской. Так, ящик доставки. А ну-ка давайте. Сейчас в ящике доставки ничего нет. Понятно. Почта у нас тут есть какая-то. Давайте ее проверим. Важные письма и подписки будут регулярно попадать в ваш почтовый ящик. Заходите почаще. Письмо от разработчиков. А ну-ка. Ну, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. И дали нам какой-то торшер. Ну, лампу какую-то, да? Понятно. Получить. Есть. Так. Смотрим, что тут нам. Тут нам дали симпатичный удобный диван. Эксклюзив. Уровень предмета 14. Тоже от разработчиков, да? Понятно. Еще одно письмо от разработчиков. Давайте посмотрим. Нашим дорогим игрокам в данной версии игры включены основные возможности для заключения брака. Ага. Вот. То, что я и говорил. Сердечки, это будет отношение, да, будем с вами. И можем с кем-нибудь создать семью. Вы сможете отвезти одного из жителей города в определенное место на свидание, иконка на карте, и сделать ему предложение. Позже будет реализован квест, чтобы разблокировать это место в Сандраке, но сейчас мы просто предоставляем его всем желающим. Благодарим за терпение и желаем приятной игры. Угу. Да, игрушка у нас находится в ранней версии доступа, и поэтому тут даже вот написано, наверное, эта надпись будет постоянно, да, никуда не уйдет, не отражает конечного качества, понятно. Ясно. Так, что там дальше? День лета первого года обратно. Понятно. Так, тут нас еще команда разработчиков что-то нам прислала. Тоже тут что-то... Спасибо. Ну, короче, что, типа, играйте в игру Сандрак. Туда-сюда. И, короче, нам дали ботинки и какую-то одежду. Получить. Ясно. Тут что? Тут также получаем с вами одежду и ботинки. Угу. И команда разработчиков еще одно письмо. Благодарим вас за поддержку игры My Time at Sandrak. Много работали, чтобы довести эту игру до конца. И только благодаря помощи таких преданных фанатов, как вы, все это стало возможным. А, это, короче, вот, наверное, перевод и есть того, что мы там с вами... На английском написано было. Награду за вашу поддержку мы приложили к этому письму. Особенно пушистого друга. Не волнуйтесь, мы воспользовались услугами сертифицированного курьера для доставки животных. Обязательно позаботьтесь о нем. Еще раз спасибо за поддержку. Мы надеемся, что пришелся вам по душе. Понятно. Так, ладно, хорошо. Все это мы прочитали. Отлично. Торшер у нас, да? Торшер, торшер. Не, нам торшер пока не нужен. Надо будет его куда-нибудь разместить. Так, ворота у нас открываются. Это что мы можем? А, веревочка, да? Толстый канат собираем. Наверное, пригодится. Тут что у нас? Так, каменный топор забираем. Тоже нужен. Отлично. Угу. Увеличить. Что-то увеличить там можно будет, да? Давайте заглянем. Так, а это что у нас такое? Простор, резервуар для воды. Взаимодействие.
Хранилище для воды 8%, короче, на 8% он у нас заполнен. Простой резервуар для воды. Так, а это что? А, это мы сможем его улучшить, да? Нужна будет 8 плит, фильтрующее ядро, набор для улучшения машин. Ага, и сможем с вами его, короче, улучшить, да? И будет у нас он еще больше. Отрегулировать. Что мы можем отрегулировать? Запас воды, вода в резервуаре. Ну, пока что отмена, не знаю, как ей пользоваться, будем разбираться дальше. Так, давайте зайдем в дом, посмотрим, что у нас в доме имеется. Так, ну а в доме-то скудноватенько, скудноватенько. Одна кровать. Короче, Мейсон все поутащил у нас, да? Панель оценки состояния дома. Так, настенный фонарь плюс 58. Плюс 58. Это тут... Короче, пока что ничего не доступно, да? Питомцев у нас нету, помощников нету. Понятно. Кровать. Спать. Перестановка спальных мест. Поднять, покрасить. Понятно, красить мы не будем. Кстати, давайте разместим торшер куда-нибудь, да? Торшер мы, например, разместим. Давайте вот тут... Пу-пу-пу. А давайте мы его вот тут за кроватью разместим. Вот тут вот. Да? Пусть стоит вот тут. Все, и светится. Так, и можем с вами разместить, кстати, наш диванчик. А диванчик мы где-нибудь разместим с вами. А я повернуть его могу? Нет. Так. А, да, могу повернуть. Могу повернуть. И мы его поставим тогда вот тут в углу. Вот. Симпатичный, удобный диван. Сесть, поднять. Поднимать не будем. Давайте попробуем сесть на него. Что нам это дает? Узнать о конкретных характеристиках и усилениях можно на странице персонажа. Так, отдых на стульях. Что-то не успел прочитать, что там оно дает нам. Ладно, понятно. Встали, погнали. Так, я хотел топорик переложить. Где у нас инвентарь наш? Персонаж. Топорик вот сюда, наверное, да? Как-то я его могу переложить. Так, взял. И вот сюда его поставить. Не, не могу. Почему не могу? Где наш? Вот инвентарь, да? Наш топор. Я хочу его поставить на первый слот. Во, вот так вот. Пусть он у нас там стоит. А, и нам одежда, кстати, доступна. Давайте посмотрим. Нам доступна обувь. Так, это нам дает энергия плюс 7, выносливость плюс 16. Качество безупречное. Уровень предмета 25. А это у нас уровень предмета 20. Тоже безупречное. Выносливость плюс 14. А тут плюс 16, да? Ну, давайте беленькие ботиночки оденем. Вот такие у нас уже ботиночки. И нам что-то там еще давали, да? Да, нам давали одежду. ХП плюс 661, очки защиты 95, энергия плюс 14. Ну да, белый будет поприятней. Давайте оденем еще футболку. О, как мы теперь выглядим. Просто замечательно, еще с топором в руках. Ну вот так вот. Да, мы с вами повысили и ХПшку, и все. О, спасибо нашим разработчикам за подарочек. Так, ну и нам надо найти в куче отходов камень, дерево, там что-то еще, да? Так, что мы можем тут? Кусты какие-то. Использовать топор. Давай. Песчаная трава какая-то. Так, давай. Ну. Вот так вот. Есть, песчаную траву добыли. Так, там муравьи какие-то у нас бегают. А ну-ка давайте посмотрим. Шмели муравей. Мы можем как-то с собой тут пообщаться или что? Ну, трогать, наверное, пока их не буду, да? Они вроде как безобидные. Поэтому пусть растут. Давайте посмотрим, что там у нас вверху, что-то я видел. Ага.
Туда, наверное, нам ходу пока что нету, да? Лом меди. Так, а что нам для этого нужно? Нам для этого... А, нам для этого кирка, наверное, нужна, да? Хорошо, ладно. Пойдемте, короче, копаться в кучах мусора. Так, даже ускоримся немножко. Так, даже 5 уровня шмель-муравей какой-то имеется. Ну вот, первая у нас куча мусора. Давайте поковыряемся в ней. Правда, одежонку надо было поменять. В белом как-то там... Ну ничего, к нам потом придет там Ариэль. Да, и все постирает. Не будет ни пятен, ничего. Так, кстати, мы там что-то уже собрали, да? А, мы с вами дерево уже нашли. Собрать. Так, давайте поковыряемся тут. Посмотрим, что и как. Еще дерево нашли, камень. И, короче, надо где-то еще там. О, а поезд наш уже смылся. О, перекати поле. А ну-ка, давайте. Посмотрим, перекати поле. Если пинать деревья, то иногда можно получить что-нибудь полезное. А ну-ка. Узнала, перекати поле. Так, 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 так. А ну-ка, подожди-ка, подожди-ка. Перекати поле, энциклопедия. Экология, кажется, да? Кусты. Песчаная трава. Так, мы можем с нее получить растительное волокно и росу, да? Ага. А с перекати поля мы можем с вами получить древесину и также растительное волокно. Ясно и понятно. Все, короче. Короче, надо забрать это нам. Перекати поле, а ну стой. Так, а мы ее бить можем? Или она у нас постоянно указывается? Ага, во. Все, поймали, короче. Якмелевая колючка какая-то. Забор разобрать можем? Ну-ка. Нет, забор не разбирается. Так, это у нас... Гравий. А, для этого нужна кирка, да? Понятно. Ясненько. Бежим дальше. Так, а ну-ка, стой. Там кто-то в розыске. Хочу посмотреть... Разыскивается Логан. Разыскивается живым или мертвым. Если вы увидите этого человека, не вступайте в бой. Немедленно сообщите в гражданский корпус. Любая информация, которая может арестовать и... Любая информация, которая поможет арестовать и вынести приговор этому мерзкому преступнику, будет вознаграждена в размере 100 тысяч гольдов. Обалдеть. Да, а это что? А это какие-то новости, да? Какая-то газетенка. О, Дженсен, привет. Проводник поезда на железнодорожной станции Сандрак. Мы уже встречались, но я не думаю, что нас правильно представили. Я Дженсен, проводник железнодорожной станции Сандрак. Рад видеть тебя здесь. Угу. Сыграть животных? Нет, играть не хочу. Подарок. Пока что непонятно, что там надо будет тебе дарить. Поговорить. Все меньше и меньше людей выходит на этой станции после того, как к северу отсюда построили новую ветку от Атары до Буревея. Очень надеюсь, что ты изменишь ситуацию к лучшему, мастер. Иначе Сандергу придет конец. Угу. Ясно. Так, уйти. Ясно. Все... Ясно. Так, нам нужен камень. Нам надо камень еще найти, да? Ага, вот еще вижу. Кучу мусора. Давайте попробуем ее также покопаться в ней. Так, нашли камень, динас какой-то. Ну и дерево, да? Все, можем с вами, в принципе, сделать на верстаке уже кирку, да? Ну и тут всякое разное... Всякие разные ресурсы, растения растут у нас. Понятно, понятно. Ну что, давайте тогда сделаем нашу первую кирку в нашей мастерской. Так, взаимодействие. С помощью панели фильтров можно легче сортировать предметы. Угу.
В этом списке показаны все предметы, которые вы можете сделать. Сейчас есть только один. Число внизу показывает, сколько у вас уже есть, сколько вы можете сделать и количество, необходимое для текущей задачи. Понятно. Мы, короче, можем сделать только одно, да? Тут мы, если прибавляем, больше сделать мы не можем. У нас не хватает ни камней, ни деревесины, да? Имеется у нас 0 пока что. Можем сделать одно. И по заданию надо сделать одно. Ну давайте, быстрая сборка. Кирка. Качество выдающееся. О, мы еще неплохо ее создали. Действие экипировки. Сил инструмента 10. Добыча при выработке плюс 10%. Короче, создавается на простом верстаке. Это специальный молоток, с помощью которого можно не только добывать руду в руинах, но еще и доставать из отходов полезные материалы. В музее, короче, средний экспонат, да, за 7 каких-то монет можем его еще в музей сдать. Понятно. Так, ясно. А, ну-ка, подожди-ка. Мы с вами, кстати, верстак тоже сможем улучшить, да? Тут пока что нам ничего не доступно, да? А тут мы простой верстак сможем улучшить до улучшенного верстака. И это то, что нам разблокируется, да? То, что мы потом сможем на нем создавать. Ага. Ну, также нам опять тут много всяких, много различных ресурсов надо, которых у нас еще и нету. Так, еще нам надо, поговорить с Яном. Угу. Ясно. Понятно. Ну, побежали. Побежали, посмотрим. Ну, и поизучаем город наш. Короче, тут надо еще женского пола, да? Знакомиться, как-то отношения выстраивать. Глядишь, там и следующую половинку с вами найдем. Так, а тут мы что-нибудь можем поломать, раздобыть? А ну-ка, топором помаши. Не. Ничего не хочет нас тут добывать, да? Ой, стой, куда побежала? Куда? Феник Фокс. Поговорить. Давай поговорим. Феник Фокс, отношение плюс один. Феникс Фокс стал вашим другом. Ча! Привет. Это что, взаимодействие? А ну-ка, что мы тут можем? Выберите взаимодействие. Наблюдать, погладить обратно. Давай погладим. О! Так мы можем себе и животное так вот, да, приручить, наверное. Видите, какие-то сердечки идут. Повернуть, выход, приблизить. Да, короче, понятно все. Нагладились, да? Подтвердить. Все, пошел. У нас отношение плюс один с ним. Угу. Интересно, чтобы приручить, сколько надо отношения. Так, Мейсон наш тут пропивает остатки мастерской своей, да? Жасмин имеется, Мигель. Ну, давайте сначала сходим к нашему Яну, поговорим. У нас, кстати, уже 5 часов вечера. 17:04. Торговая гильдия. Угу. А вот и наш, я так понял, мэр города, или кто он там? А, нет, он не мэр города, да, он, это, торговая гильдия. Ну давай, что там ты нам скажешь? Какая милая кирка, это душа любого мастера пустыни. Никогда не теряй ее. Но если потеряешь, будешь знать, как смастерить еще одну, я полагаю. Далее позволь мне рассказать о переработчике. Это еще один незаменимый инструмент для мастера пустыни. Ее второе имя – сделай сам. Когда он будет создан, ты сможешь поместить отходы, собранные с помощью кирки, в переработчик, чтобы получить всевозможные полезные штуки. Ты можешь построить переработчик на своей сборочной станции. Вот схема. Просто поищи ее в своей записной книжке мастерской. Ее также можно открыть на панели управления сборочной станцией. Не волнуйся так, ты справишься. Возвращайся в торговую гильдию, когда закончишь. Пока-пока. Короче, он не мэр города, а он этот, как его. Ну, председатель, получается, этой торговой гильдии, да? Давайте посмотрим, что тут еще можно. Магазин.
Так, ага, мы можем у него камень покупать, динас какой-то, краски всякие разные, простой книжный шкаф можем купить. Ну, это все стоит денег, да? Которых у нас сейчас нету. Гольды магазина. Короче, гольды надо собирать, а у нас с вами их не имеется. Давайте посмотрим, что у него тут еще есть. Торговая гильдия Сандерга помещает поручение на доску поручений. За поручение более высокого ранга даются более крупные награды. Время до завершения 5 дней после принятия. Угу. Каменное корыто, короче, надо создать, да? Тонкую нить. Дисковую пилу. Или... А, это заказчики, да? Понятно, с поручениями разобрались. Поручениями разобрались. Можем, короче, брать поручение и получать за это потом награду, да? Так, это что у нас такое тут? Ну? Что за записка? Проверить. Нижняя полка торговой гильдии. Куча документов и бумаг. Есть наградной знак. Мастер десятилетия Ян. Внизу подпись представителя торговой гильдии Ян. Слово «представитель» зачеркнуто и заменено на «президент». Но он прям льстит себе, льстит. Какой же он там президент? Так, это что у нас такое? Рейтинг мастерской. Ян у нас на первом месте. Мастерская передовиков, сосед Ван и Миан. Короче, Миан будет наш конкурент, да? Думаю, с ней как бы надо будет выстраивать отношения. Но на вторую половинку как бы рассчитывать... Не приходится, да? А это на ежемесячные награды, да? И ежегодные награды. То, что мы будем получать, если будем занимать какое-нибудь тут место. Почему нас там еще нету, непонятно. Так, это что такое? Картина Оазис Мартл. Очень реалистичная картина с изображением Оазиса Мартл. В углу маленькая надпись. Мейсон, год 90 от Рождества Питча. Угу. Ясно. Погнали дальше изучать, что тут есть. Может, что-нибудь тут интересного-то и найдем. Карта мира. Карта Альянса Свободных Городов. Вы можете увидеть свой родной город Буревей. Понятно. Тут что-нибудь есть еще интересненького? Нет. Ну, давайте сгоняем наверх еще. Будем потихонечку со всем знакомиться. Рыбное радио. Это антиквариат был обнаружен в руинах. Это странное устройство, напоминающее рыбу. Если прибавить громкость, оно начинает издавать звуки с помехами. Интересно, для чего он использовался? Интересно, интересно. Так, открыть сундук. Сундук какой-то нашли. С ноги его открыли. Сундуки с сокровищами спрятаны повсюду. Не забудьте утилизировать пустые коробки. А, мы с вами один гольден нашли, короче. Прям... Богатый сундук такой нам попался. Так, ну и мы его то, что сломали, получили за это древесину. Это что у нас такое? Портрет электронной почты. Портрет бывшей представительницы торговой гильдии Сандерка. Адрес. С термосом в руках. Она выглядит как человек, который тщательно заботится о своем здоровье. Портрет бывшей... Ага, все. Понятно. Это у нас хрустальный шар. Симпатичная сфера. Можно даже представить, как Ян заглядывает в нее, читая предсказания. А он у нас суеверный, что ли, получается, да? Так, это что у нас тут такое? Достижения торговой гильдии. Список некоторых величайших достижений торговой гильдии в свободных городах. Мосты, парки развлечений, городские генераторы, гигантские роботы. Что? Гигантские роботы? Тоже мне как бы интересно. Книжная полка. Так, книжный шкаф почти пуст. Разве у торговой гильдии не должно быть больше книг? Одно название бросается в глаза, как заводить друзей и оказывать влияние на людей. Вот чем занимается наш Ян. Да, как заводить друзей и все остальное. Так, ну вроде все тут поизучали. Кстати, с высоты прыгаем. По ХП у нас просадок нету, да? Ладно, погнали. У нас как-то уже 7 часов вечера.
Так, зеленые точки. Что же зеленые точки означают? Может, это какие-нибудь жители или еще что-нибудь? Вот наш Феник Фокс. А ну-ка. Поговорить. Ча, пробил. Короче, понятно. Опять можем его только погладить, да? Пока что ничего. Может, там это какого? О, продается. Швейная мастерская, наверное, какая-то, да? Короче, можем как-то его там, наверное, там чем-нибудь печенькой ему дать, да? Чтоб как-то его приручить. Мейсон, ты что тут стоишь? А ну-ка иди сюда. Давай с собой поговорим. Mm? Тебе когда-нибудь приходилось бывать в Портии? Это место, где я планирую встретить Старос. Слышал, что там очень много зеленой растительности. Нет, к сожалению, в Портии мы не были. Так, нам, кстати, надо построить переработчик, каменное корыто, дерево и создать две дисковых пилы. Так, это кто у нас идет? Фей. Странное имя какое-то. Бамна говорит, что на днях у нас был долгий разговор об открытии бизнеса. Что странно, потому что я вообще этого не помню. Да, фей. Понятно. Так, ну, наверное, все уже спать разошлись. Время-то уже поздновато, да? Ну, не знаю, давайте немножечко вот сюда еще заглянем. Где тут и что тут? Ну, непонятно, да? Ладно, возвращаемся тогда к нам на ранчо. Надо будет поспать и попробовать построить вот этот переработчик, каменное корыто и все там остальное, да? По заданию, по сюжетке немножко пройдемся. Все, добрались до дома. Такс. Спать. Ну, давайте поспим. Идти спать? Да, подтвердить. Ну, как ночь у нас проходит. Ранний сон до 24.00 гарантирует, что вы всегда будете просыпаться там что-то выспавшимся или что-то такое. Не успел прочитать. Так, перья у нас какие-то вон. Или это у нас такой наряд? А, это у нас наряд такой, да, с перьями. Я думаю, что за фигня? Подушку порвали, что ли? Все, понятно. 7 утра у нас. Пора заниматься делами. Жасмин, дочь Труди разносится. Привет, я Жасмин. Я принесла газету. Познакомились, Жасмин. Если она тебе понравится, просто забегай к нам в газетный киоск возле мэрии и оформляй подписку. Тогда будешь получать каждый день номер по почте. О, эй, держу пари. Переезжать на новое место — это тяжело. Я знаю этот город как свои 5 пальцев. Давай я тебе все покажу. Я супер хороший гид. Я знаю много интересного про Сандрак. Звучит здорово, давай. Проси у меня сейчас. Не, давай, у нас времени вагон. Круто. Официальная экскурсия по Сандраку от Жасмин Таур начинается. И нашей первой остановкой будет ранчо Якмелей, блуждающий я. Ну давай, погнали. Так, и нам тут... Ладно, почту потом проверим, да? Побежали за ней. Тут у нас что-нибудь на вокзале еще имеется интересненького. Сундучки там где-нибудь валяются. Ни черта нету, да? Ладно, бежим. Так, а это кто? Сейчас посмотрим. Пассажиры, пожалуйста, посмотрите вперед и обратите внимание на дом мистера Купера, миссис Мейбл и Элси. У них очень большое ранчо, значит, нам найдется стакан молока для каждого. Возможно, и кое-что еще. О, вы можете увидеть Якмель, вон там. Мне нравится говорить им привет каждый день. Иногда они даже отвечают привет в ответ, но это звучит как «муууу». Я думаю, здесь продаются вещи для ухода за животными. Может быть, вам это пригодится.
Двигаемся дальше. Пожалуйста, не высовывайте руки и ноги из воображаемого транспортного средства. Не будем. Так, ну я хотел тут осмотреться немножко. Так, это у нас получается Купер, да? Давайте посмотрим. Владелец фирмы Якмель, блуждающий я. Привет, кажется, я тебя не знаю. Боюсь, у меня сейчас нет времени на любезности. Поговори с Мейбл, если у тебя есть вопросы пораньше. Хорошо. Какой-то ты недружелюбный. Почему ты все еще здесь? Ждешь милостыню? А теперь слушай сюда. Когда я был в твоем возрасте, то заботился о 15 якмелях, 45 курицах, 12 братьях и сестрах. Большая у тебя семейка была. И никто никогда ни разу не дал мне что-то просто так. Так что у меня назревает вопрос. Какого черта я бы делал, если бы я... Вы решаете медленно отступить. Да, правильное решение. Не будем с ним связываться. Он, наверное, сегодня встал не с той ноги. Так, тут что-нибудь полутать мы можем. Где-нибудь что-нибудь забрать. Оба, очистить. А чё ж у тебя тут грязь всякая валяется? Чё мы там, отбросы какие-то нашли? Давайте посмотрим этих якмелей, макмелей. Кстати, вот этот куст мы можем с вами срубить, нет? Нет, мы только прячемся в нем, да? А вот это что у нас такое? Песчаный рис. А ну-ка попробуем собрать его. Песчаный рис и рассу, да? Понятно. Оп, стоять. Это что такое? Навоз. Какашки якмеля. Давайте соберем. Может, в будущем оно и пригодится. О, тут еще даже имеется. Собираем. Отлично. Что-то я только якмели не вижу. Где они есть-то? Вроде должны будут ходить, да? Тут, я так понял, их не стоило, да? Ясно. И у нас тут имеется, кстати, мы можем тут подобывать камень, наверное, да? Или нет? А вот мы что-то еще тут нашли. Есть, собрать. Метание камня какого-то. Метание камня плюс один. Камни с вами швырять буду. А, вон они где пасутся. Ладно, к ним пока не пойдем. В другой раз нас там экскурсовод заждался. А вот и... дочка, да? А вот он, якмель. Якмель первого уровня. Мы можем с ним что-то там повзаимодействовать? Не. Не хочет он с нами. Так, так, так. А где была тут эта? А, вот она, Элси. Вот с тобой я хотел поговорить. Единственная дочь владельца фермы Якмели. Вот черт, еще один турист. Привет, боюсь, мне пора. Новый мастер. Эх, с этого и надо было начинать. Я Элси, рада познакомиться. Прости, что не узнала тебя, партнер. Я думала, что все мастера такие же унылые развалюхи, как Мейсон. А он не только развалюха, он еще и алкаш. Бухает там в голубой лагуне. Так, поговорить. Легенда гласит, что у Мартл в друзьях была гигантская утка. Должны же быть где-то подсказки, правдива ли эта легенда. Гигантская утка просто так не исчезнет. Так. И все, что ли? Угу. Короче, то же самое она говорит, да? Ну, по подаркам я не знаю, что там любишь. Спарринг. Нет, ну с девчонками мы драться не будем. Ладно. Пока. Пока. У нас перья вон разлетаются. Бежим. Скоро все перья разлетятся. Так, это что такое? Непонятно. Лошадки. Лошадь, якмель. Ясно. Это, наверное, все мы потом покупать сможем, да? Животных. Так. А, во, Мейбл у нас еще тут имеется. Welcome to Sand Rock. Фермер, выращивающий якмели, жена Купера. Добро пожаловать, Сандер, я Мейбл. Мы с моим мужем Купером управляем самым большим ранчо якмелей к югу от Юфалы. Тебе раньше доводилось пробовать молоко якмеля? У него интересный вкус. Вот, возьми пару бутылок, это наш способ поприветствовать тебя.
Хорошо, потом надо будет почитать все это, узнать, что и как означает, да? Так, ладно, отправляемся дальше к нашему экскурсоводу. Уже забыл, как ее зовут. Так, где она у нас? Вот она. А, Жасмин. Та-да! Это оазис Мартл. Госпожа Мартл была первым мэром Сандрака и нашла этот оазис давным-давно. Мы все пьем эту воду, так что не заходи в нее. Понятно. В центре, конечно же, можно увидеть статую мистера Пича. Надеюсь, однажды я тоже смогу изобрести что-то крутое, как это сделал он. Сразу за ним находится большая водонапорная башня. Там мы храним запасы воды. Мистер Бёрджесс следит за башней, и вы можете взять у него немного воды за небольшую плату. О, кстати, это напомнило мне кое-что. Знаете ли наш официальный девиз города? Его придумала министр Матильда, и теперь все постоянно его произносят. Долой Логана, одолеем пустыню. Ну, экономьте воду, скорее всего. Ого, да, все верно. Ты, должно быть, и домашнее задание на пятерку делаешь. Я бы дала тебе наклейку, но у меня их нет. Берегите воду, это наш девиз. Если она кончится, нам придется уехать жить в другое место. Поэтому мы должны часто проверять наш девиз, чтобы люди его помнили. На этом мы завершаем нашу экскурсионную часть по оазису Мартл. На следующей остановке мы посетим сказочную мэрию. Хорошо, хорошо. Я пока бежал сюда, я что-то тут вроде увидел, что мы можем с вами подобрать. Так, собрали битое стекло. Тут, короче, за всеми еще ходить надо, да, и все собирать. Так, куда она там умотала? Куда-то смылась. Так, тут мы сможем зайти сюда. Проверить. Поэтическое общество Эска закрыто на неопределенный срок. Ясно. Еще не построил. Ага, стоять. Очистить. Так, еще что-то нашли, какой-то хлам. Так, куда нам бежать? А, вот туда, наверное, да, наверх. Так, нам надо знакомиться с особами женского пола. Сандрак Сити Холл. Первое, что вы заметите, глядя на здание мэрии, это то, что оно очень большое. Взрослые часто заходят в него и много там разговаривают. Моя мама работает здесь, когда не уходит в пустыню. Тетя Хайди тоже работает по соседству. Она строит мосты, модернизирует дома и все такое. Скажи, разве это не то же самое, что и дальше, что и делаешь ты? В чем разница? Да, кстати, от вокзала сюда идет главная улица Сандрака. Магазин Арви, магазин одежды бабушки Виви, салон мистера Оуном, салон мистера Пабло. Да, все они находятся на этой улице. Так что вы определенно можете отправиться сюда за покупками, когда у вас будет время. Двигаемся дальше. Побежали дальше. Так, тут что-нибудь интересного есть? Давайте с вами глянем. Там конюшня какая-то. Можно, наверное, лошадей покупать, да? Это у нас что? Новости. Проверить. Введение в стандарт перекати поле. Это официально газета Сандрак. Вы там Blue Beat. Стандарт. Регулярный выпуск раз в месяц будет обновляться после крупных событий. Вы можете посмотреть полные новости здесь. Введение в стандарт перекати поле. Реклама в газетах и периодических изданиях может увеличивать доход вашей мастерской. Реклама длится одну неделю. Бонусный эффект рекламы случайный. Если вас не устраивает текущий эффект, вы можете отменить и снова разместить рекламу. Ага, понятно. Ясно. Так, вакансия освободилась, слоган все еще на свободе. Но я думаю, нам эту газету прислали, да? Подписаться. Мы можем с вами подписаться. А у нас деньги есть подписаться? А, у нас недостаточно гольдов. Понятно. Короче, подписаться мы пока с вами не можем. Justice.
Ну-ка, кто ты такой? Лидер гражданского корпуса Сандрака. Вы должен быть один из новых мастеров? Ну, справедливость – мое имя. И справедливость – моя игра. Вот именно. Я закон в этих краях. Глава гражданского корпуса. Так, ну давай еще раз с тобой поговорим. О, отношения улучшаются, да? Когда разговариваем. Унсур хороший парень, у него сердце в правильном месте, не болтает слишком много, выполняет заказы, жесткий как доска. Попрошу прощения, о чем это я? Понятно. Драться с тобой тоже пока что не будем. О, Немо, взаимодействие. Вот тебя бы я завел себе, да, милая домашняя собачка. Поговорить. Немо, отношения плюс один. А погладить мы не можем, да? Подарок тоже у нас пока что нету подарка. Понятно. Ладно, пошлите дальше. Нас где-то там ждут, да? А куда нам идти? Она вроде куда-то сюда убежала, да? Ну да, вроде тут по лестнице надо подниматься. Так, где она у нас есть-то? О, Амира. Хотел бы я с тобой познакомиться. Мастер гончарного дела и владелица магазина «Керамические ворота». О, ты должно быть из новых мастеров. Приятно познакомиться. Я Амира. У меня лучший выбор керамики и декора в городе. Магазин «Керамические ворота». Мейсон, скорее всего, продал все в своей мастерской, когда переехал. Так почему бы тебе не взять это? Это мой подарок на новоселье. Да, тот гад все там пропил... Оставил нас там с голыми стенами. Так, и она нам дала какой-то горшок. Так, Амира, Амира, стой. Я хочу с тобой Hello еще there. Поговорить. Hello. Оуэн рассказал мне, что раньше в Сандраке было много людей. Я не могу себе этого представить. Понятно. У них, короче, пока что одна фраза, но потом, думаю, мы сможем разузнать, что она там любит, что не любит, да? Что ей нравится, не нравится, делать какие-то там подарки, как-то что-то там... В общем, взаимодействовать с ней и улучшать отношения. Так, ладно, где там наша Жасмин? Мигель, Пен. Пен выглядит как Супермен прям. Так. Вот тут где-то наша Жасмин. С Пеном потом мы поговорим. Мужики нас пока что мало интересуют, да? Ага, вот она, Пен. Нас в первую очередь интересует женский пол. Так, куда вы там побежали? Tour, для следующей остановки нашей экскурсии, пожалуйста, обратите внимание вон туда. Там вы увидите прекрасный храм Церкви Света. Большинство из нас приходит сюда каждое воскресенье, чтобы петь и слушать, как министр Матильда говорит нам, чтобы мы не делали плохих вещей. Мои любимые песни про Пича. Ты обязательно должен прийти в следующий раз. На этом наша экскурсия заканчивается. Если вы пойдете по тропинке направо, вы найдете исследовательский центр и игровой центр «Золотой гусь». Думаю, пока все. Тут довольно много всего интересного, вам стоит осмотреться, когда у вас будет свободное время. На этом официальная экскурсия по Сандраку от Жасмин Тауэр завершается. На сегодня хватит гулять. Итак, что ты думаешь о своем новом доме? Ну, если честно, так себе. О, да, я думаю, Сандрак отличается от многих других мест, но когда ты привыкнешь, тебе здесь очень понравится. А, так ты в общем о городе? Ну, в общем, если в общем о городе, то вроде пока что мило, да? А дом, ну, такой себе. В любом случае, я уверен, что у тебя есть много вещей, которые нужно смастерить. Что касается меня, мне нужно пойти в игровой центр тети Катори. По делу, конечно. Присоединяйся, если будет время. Хорошо, обязательно мы сходим. А, кстати, мы с вами получили второй уровень. И так у нас увеличилось и очки здоровья, да? Отлично. Экскурсия по Сандраку. Задание выполнено. Ясно. Короче, нам надо теперь построить каменное корыто. Тут у нас интересного есть. Но я думаю, еще у нас будет куча времени, да, поизучать город. Так, мы тут сможем перепрыгнуть? Ох ты. Не перепрыгнуть, не хвататься. Не, прыгать мы можем, хвататься не можем за здание, да? А это кто такой?
По лестнице не забудьте заглянуть в самый универсальный магазин By Wiz Tires. Где? Что там? Короче, не успел прочитать. Пустынный проводник, городской талисман. Верблюд какой-то, да? Сэнди, познакомились. Сэнди, отношения плюс один. Ясно. Ходит, короче, да? И зазывает людей там в магазин какой-то. Так, есть тут, я так понял, лаборатория, да? Давайте попробуем зайти сюда. Исследовательский центр. Так, и что тут у нас? Кто-нибудь имеется? Колбочки всякие, проверить. Научный верстак. На столе разбросано множество странного оборудования. На стенах приклеенные записки. Проверка существования мультивселенной. Попытка номер 501. Темная материя и темная энергия. 95%. Ясно. О, а вот он и ЦИ, да? Директор исследовательского центра. Новый мастер. Почему мне не сообщили об этом? Ну, этого я не знаю, почему тебе не сообщили. Так, исследовать диски можем. Поговорить. А исследовать... Простой переработчик, завершено. А, это, короче, за диски мы сможем с вами делать улучшения, да? Наших всяких верстаков и всего остального. Установка для улучшения, простая сушилка. Понятно. Ваши диски данных 0. Нет у нас дисков. Стой, куда пошел? А поговорить? Я немного занят. Можешь заняться чем-нибудь другим? Да, не вопрос. Не вопрос. Позанимайся чем-нибудь другим. Хорошо, вроде тут больше ничего такого нету, да? Да, ладно. Пошлите отсюда. Так, ну чё, возвращаемся, наверное... себе мастерскую. Нам бы ящиков тут еще поискать каких-нибудь, да? То говорили, там ящики ищите, где можно будет гольдены собирать. Так, кстати, канатик, ты забираешься, нет? Чтобы как-то взаимодействовать можно? Нет, никак нельзя, да? Понятно, ну ладно. Стоять. А тут у нас сундук висит. Как я его заметил краем глаза. Так. Надо перепрыгнуть. Как-то сюда. Так. Сейчас залезем на тебя. Подожди. Во. Открыть сундук. Так, ну и чё? Сколько мы там монет нашли? А, каменные кинжалы нашли. И сундук у нас упал. Надо его раздолбать. И получить за это древесину. Древесина нам нужна. Я так понял, тут грустно все с древесиной обстоят дела. Так. Хьюго. Ну давай с собой поговорим еще. Хьюго, владелец магазина «Время молота». Ты новый мастер, да? Или я тебе с кем-то путаю? А, верно, вас двое. Миан и ты. Должен быть Андрей. Что ж, рад тебя тут видеть. Я Хьюго, единственный и неповторимый кузнец этого города. Если тебе понадобятся строительные материалы, модернизировать детали для машин или первоклассное оружие, найти это ты сможешь только у меня. Просто посмотри, словно из железа, как и я сам. Потрясающее качество. Угу, понятно. Короче, если что, у тебя тоже можно что-то тут покупать, да? Только у нас денег нифига нету на это. А это что такое? Утка какая-то. Понятно. Может там какие-нибудь там соревнования какие-нибудь проходить будут. Ладно, возвращаемся, в общем, на ферму. И нам надо будет с вами что-то создать. А, нас тут уже это на... ждет, да? Миан, а ну стой, куда ты пошла?
Давай поговорим с тобой. Я нахожусь в процессе создания новой печи или двух. Прежняя линия просто не справляется. А ты как, держишься? Да, держусь. Угу. И вроде как на этом все, да? Хорошо. Ладно. Так, забираем письмо. Нет, все, иди, иди. Все, иди. Не хочу я с тобой разговаривать. Мы с тобой уже поговорили. Так, я хотел забрать почту. Так, нет, почта. Проверить. Перекати поле ньюс. Вакансия освободилась. Слоган, понятно. И письмо от мамы. Здесь будет отображаться общее количество писем, на которые можно ответить. Вы можете использовать быструю клавишу для перехода к ответам. В случае получения письма, на которое вы можете ответить, на конверте будет отображаться значок. Понятно, у каждого письма есть период ответа, и по истечении этого времени ответить на него уже нельзя. Чтобы ответить на письмо, выберите нужный вариант. Вы также можете выбрать опцию «Ответить позже», чтобы отложить ответ. Будьте внимательны, чтобы не пропустить период ответа. Ясно. Андрей, я скучаю по тебе. Трудно поверить, что прошло всего несколько дней, с тех пор, как вы уехали в Сандарк. Мы с твоим отцом уже так скучаем по тебе. Даже когда ты был маленьким, ты всегда уходил от нас. Иногда я просто позволяла тебе идти и смотреть, как далеко ты зайдешь. Но я всегда нервничала раньше тебя. Так что я думаю, мы должны были это предвидеть. Я так горжусь тобой и знаю, что ты добьешься больших успехов на своей новой работе. Никто больше не ухватился за этот контракт, потому что... Это будет сложно, но ты все равно взял. Я знаю, что ты сможешь принести Телис в Сандарк. Телис какой-то. Я просто хочу, чтобы ты немного лучше заботился о себе. Те одеяла, которые я сложила для тебя, все еще лежат у двери. Ты хочешь, чтобы я отправил их тебе по почте? Я слышала, что ночью в пустыне становится очень холодно. Мы так рады, что теперь вы независимы, но Сандарк может быть опасен. Поэтому, пожалуйста, не стесняйся, обращайся к нам за помощью. У твоего отца все хорошо. Он превращает твою комнату, наверное, в свой кабинет, да? В сад для своих деревьев бонсай. Думаю, он не хочет в этом признаваться, но увидев твою пустую комнату, ему стало немного грустно. Он говорит, что переместит деревья и впустит вас обратно в любое время, так что, надеюсь, вы не обиделись. В любом случае, мы отправили вам немного денег на одеяло. Дайте нам знать, когда вы устроитесь, и не забудьте позаботиться о себе. Мама, короче, денег нам прислала, вяленое мясо и футболку энтузиаста. Угу. Ответить. Все хорошо, не переживай за меня, все ужасно, пришли что-нибудь в помощь. Да, пришли мне одеяло, забудь ты об одеялах, ответить позже. Ну хорошо, давайте скажем, да, пришли мне одеяло, ты была права, у меня и в мыслях не было, что ночью может быть так холодно. Отлично, отправляем, вы ответили. Все, а это получить. Замечательно. Одеяло, наверное, не знаю, может для чего-нибудь пригодятся. Пусть шлет, короче. Ну все, ребята. Такая была ознакомительная игруха. Прикольная, классная игрушка. Надеюсь, вам тоже она понравилась. Если да, то вы знаете, что делать. Поддержите ее лайками, вашими комментариями. Также, ребят, не забываем подписываться на канал. Ну а мы с вами увидимся в следующей серии. Всем пока-пока.